Отец. Ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Сера. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую сеньориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят сеньориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Даже так, ебать? Ну сундук не спиздили твой. Бля, охуенно. Гнездо, это Кондор один. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор один. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор один, конец связи. Наверное, все-таки надо отрубать субтитры, потому что они все равно ни хера не переводят. О, блядь, где мы нахуй? Что-то канализацию я не припомню. Привет. Не подскажете? Ага, удар ножом. Чтобы наносить мощный удар ножом, наотмашь используйте левые. Его быстро ударить ножом, используйте левой, удерживая спейс. Дика. Ага, я понял. Ой. А блокировать как? Игра? Я знаю, что можно. Только не знаю как. Да, ни черта не переводит. Скрытый убийство. Незаметно открыть борьбу с ножом, но это было. На Е там, да? Ага. Опа. Что у нас тут честь? Мою ж мать ее, да? О, мои вещи. О, привет. Так. Бля, можно что-нибудь кинуть? Мне нихера нет. Была пьячка, можно было, кстати, применить. Не, походу он не хочет. Во, наконец-то, блядь.
Удерживая нож в руках, вы можете... А, его удерживать надо в руках. Можете парировать атаку. Для этого нажмите Space, когда в нижнем правом углу экрана появится подсказка. Даже если вы сделали это до появления подсказки, или он успешно парирует удар, но выбрав удачный момент для парирования, вы можете оглушить врага. Так, нихуя непонятно. Он типа на ноже, да, что-то появляется. Блять, давай пробовать. Давай пробовать. Space, да? О, наконец-то. Ой, я, блядь, мерсенарий сыграл без этого. Даже раз ранг S плюс-плюс получил. Правда, за ханка. Мне его не тяжело, так скажем. Что там за двери? Капкан? Или она закрыта? А, закрыта. Так, давай. Аккуратненько. На спейс. Я на КТРЛ, блядь, жил. Так, надо как-то подловить его. Когда он назад пойдет. На стелсочек. Прикольно. Не знаю, почему, но мне доставляет. Ты понимаешь, что игра не про стелс, там все дела. Но приседание на Е не доставляет. Так. А, вот это мы откроем версию, да? Я типа должен быстренько пробежать, да? Амканы. Амканы. Ну давай. А. Опаньки. Я бы на твоем месте не был бы так уверен, тут сюда запрыгивая, если честно. Хуй его знает, эта дверь откроется с той стороны или нет. Так, заебись. А, у меня уже все сделано, да? Ну само, да? Продолжим, да? Это мое. Это мое. Ебать, мне ножов накинул. Блять. Угу. Опа. Незнакомец, иди сюда. А где же Трэнджа? Кто это? Действительно, блядь. Приветики. Ну что, давай поторгуем, да? Да. Борьба с родителями. Нужно победить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносят ли они какие-нибудь болезни, но лучше перестраховаться. Уничтожить всех крыс. Заброшенная ферма. Шпинель. Крыс 3 из 0. Я видел там крыс. Нет, подожди, тут вот. Вот это да. Совет торговца. Быстрая нажива. А как там продвигается поручение? Знаешь ли ты, что шпинель, который ты получаешь в награду за выполнение поручений, можно менять на ценные вещи, которые никаким должным образом не добыть? Вот. У вас есть целая куча полезных предметов, но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. А на этих картах отмечены точки, где спрятаны самые ценные сокровища сектантов. Мы с ребятами много времени потратили, чтобы отыскать их. А чего вы их себе, блядь, не забрали? Так что эти карты — твой шанс разбогатеть. А, или вы про карты. Конечно, чтобы раздобыть сокровища, тебе придется полазить по всяким опасным местам, но тебя ведь это не пугает, верно? Верно. Ебать, это на снайпу? Ёбаный рот. Так, ну пойдем это... Общаемся с мышами. Леон, блядь. Чем ты занят? Ага, приветики. Не знаю, ножом ее можно? Ну я, да, я, по-моему, только эту видел. А где еще есть?
Блядь, а теперь надо нажать, чтобы перепрыгнуть. Опа. Где нахуй? Ёбаный рот. Стой. Ты чё? Охуело там совсем? Это мышь? Юня, не трясись. Я все понимаю, животинка убивать нехорошо. Но нам за это платят. На капкан бы не наступить, конечно. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо. А как ты так быстро, блядь, это понял? Привет. Здорово. А где? А, можно отправить торговца за песеты. Можете улучшить оружие. Поручение выполнить задание с синей запиской. Наград получите, чтобы забрать награду. Говорите с торговцем. Я знал, что ты поможешь. И не медальоны. Вас родители. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Расскажешь. О, каратель, по-моему, насквозь, да, пробивает. Да, справедливо действует, но очень слабая тач. Не все можно купить за деньги. Но я, насколько понимаю, мне каратель не нужен. Я не любил его в оригинале. Да, он пробивает, но у него очень слабая атака. Вот этот мне точно надо. Лазерный фонарик. Обожаю. А это мне нужно? У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Арбалет. Это что-то... Эти деньги отобьются с лихвой. А что ты мне рассказываешь? Вот это вот... не знаю, это что-то новенькое, я даже это не пробовал. Не знаю, нужно ли мне это. Можно присоединить прикрепляемые мины, они детонируют при приближении цели. Тихое оружие. Прикольно. Так, прицел в подарок, спешите. Ебать ты байтер, слыши. Винтовка со скользящим затвором. Идеально для снайперской стрельбы на большом расстоянии. Тройной урон по уязвимым местам. Ого, пробивное действие. Можно установить различные прицелы. Различные это какие? Так, ок. А, обычный оптический прицел с двумя степенями увеличения. Устанавливается на винтовке и некоторые виды автоматического оружия. Идет в подарок к покупке, блять. Бля, ну что ты так байтишь, чел? Кейс. Бля, и кейс нужен. Сука. Время, деньги. Я понимаю, что время, деньги, братан. Стрелы нам не нужны. Бля. Тут скупить, что ли? Потому что прицел, снайпа, это неплохо. Итак, чем я могу тебе помочь? Ну, я останусь без улучшений. Потому что я бы очень сильно был улучшен. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие, грань между жизнью и смертью. Тут соглы. Бля, ну если я куплю снайпу, мне не хватит ни на починиться, ни на хуя. Это грустно. Дробаш пока не будем трогать. Вот мне точно надо улучшить пистолет. Мне прям не нравится то, что я загоняю пулю в лоб, а она типа это... Что, это все? Так, а что тебе можно продать? Использованные сюжетные предметы, которые вам больше не нужны, можно продать. Ценности не пригодятся тебе в гробу. Жемчужное ожерелье. О, оно ж не это. Во, да, вот я вижу, здесь есть самоцвет, а здесь нет. Я так понимаю, без самоцветов можно продать. Это решает вопрос. Ключ от охотничьего дома. Я так понимаю, мне тоже не нужен. Наверное. Раньше это просто выбрасывалось. Три рубина у меня, да? В принципе, можно в графин ставить рубин. И продать его нахуй. Но это я не хочу ничего продавать. Так, давай вот это, значит, продаем. Славная сделка. Приходи в любое время. Еще бы. Так, а давай посмотрим, где у нас поручение. Борьба с вредителями. Сделано. Деревня. Угольная фоторамка. Спасибо. Разговоры это есть. Где... Вот это, да? Так, а там как-то я видел, есть... Заметочка, типа... А, нет, подожди. Вот, бонусные самоцветы. Так, два разных, два одинаковых. Похуй, да, каких? Красных, синих. Ну, там всего две дырки. Три одинаковых. Наверное, да, надо два вставлять. Две пары. Четыре разных. Четыре одинаковых. Пара и тройка. Пять одинаковых. Пять разных. Здесь, я понимаю, только два, да, мне встает? Два разных хуйня, поэтому вставляем два одинаковых.
О, принял. Как? Вот так, да? Второй. А, ништяк. Бонус. Я вытащить могу? Эй, а я вытащить могу? А, вот, отличимся, это все, заебись. Привет. Да. Что могу предложить? Да-да, давай. Даем тебе графин. Спасибо. Заебись. Теперь получается, я покупаю у тебя, мне хватит на кейс и на винтовку? Мне хватит на кейс и на винтовку. Кейс... Лишнее пространство не повредит. Скажи врагам баю-бай и уложи их спать прямым попаданием пули в голову издалека. Возьми и это тоже. Бесплатно. От ебаный торгаш. Все твое, чужак. Я думал, чувак. Так. Чем еще могу? А я смогу улучшить? О, а, во-первых, чини. Забирай. Так. Я так понимаю, мне нужна прочность, мне похуй на урон, потому что я все равно буду только отражать, если я правильно понимаю. Нужна только прочность. Мне нужно. Держи. О. Все как ты. Мое любимое оружие. И все только 3 степени? Что-то маловато. Ну вот, это будет, блять. Бля, 5000 не хватает. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. А, что, вот это все? Снайпа. Ну да, братан. Я бы вот это у тебя взял бы. А, устанавливается на СГ-09. Карателя. И страж 9. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радует. Ебать ты, конечно, пиздишь. Лазерный снимок устанавливается на СР-09. Карателя. Страж 9. Я не знаю, что это за пистолет. А, она вот сюда? Что такое страж 9? Это явно не Маузер на что-то. Итак, Red 9, чем я могу тебе помочь? Так, а этот у нас пистолетик как называется? Ты или... только там не убейся! СР 0, да, сюда подойдет. Блять, что у меня тут это? У меня тут проблемы какие-то. А как нож поменять на... Во, заебись. Чтобы я не тратил. Или подожди, нож для чего-то нужен? Нужно для приготовления пищи, его острее быстро ломается. Подожди, братан, я не досмотрел. А, смотреть. Его быстрее быстро ломается. Окей. Так. Детали. Оп. Ну-ка. О. Подожди, на что там был масштаб? О. Так, а как мне тебе положить-то в нужный этот? Нет, 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 нет. А, вот, быстрый доступ. Давай, на двоечку. А, быстрый доступ. А ты давай на троечку. Да и бомба. Альт. Ебать вы придумали. Так, патронов не густо там, мы были. Хранится? Похуй, давай сохранимся. А, подожди, а я кейс уже установил? А, ну да, кейс же, по-моему, расширяется, я просто меняю его, этот, его прикол. Окей. Что у нас есть? Ну ладно, не кряхти, дед. Орел. Говорят, что в оригинале, ну, английской озвучке он говорит... Да где я? Вот тоже. Он говорит с голосом Кратоса. Я, конечно, не играл в God of War. Но было бы забавно услышать. Нет, все-таки это были деревья. Аиста! Во, это мне уже нравится. Бабуль. Бабуль, давай не будем. Бля. Ну то, что прокидывается с первого раза, это ништяк. Но надо еще, конечно, проверить, может, эта женщина такая была. Что такое, Лёнь? Не вздыхай. Бьем. О, я понял, где. Ебать. Там, где дохуя динамитов и людей, да? Что ты там попиздываешь? Пробовать снять женщину? Чисто опробовать.
Бля, он даже не этот, даже не трясется. Готов. Готов. Эй, молодой человек, попрошу, блядь, это... Умереть нахуй. Приветики. То есть вы меня срисовали, да? Ебать ты даун. Так. Ты что, прикалываешься, Лёня? И то следующий. А вот теперь срисовали, да? Блять, по-моему, в шею попал. Умер. Погиб на работе. Я почему трачу? Потому что, ну, как бы, ну, пока что мне похер на нее. У меня главное патроны на пистолет. И деньги. Чтобы загрейдить его. 18 тысяч, охуеть. Ладно, погнали. А, вроде работает. Добить можно? Нельзя. Что-то не хватает, Лёня. Надо тебе ноги прокачать. А, нет, смотри, ему похуй. Так, молодой человек, у меня тут это, анимация идет. Блять, оторвался! Пиздец. Давай, спишемся, созвонимся. Так, где? Есть. Не, не всегда работает. А, я забыл, у меня ж парирование есть. Я забыл. Так, я, наверное, использую вот это. Смотри, блядь. Да ёбаный рот. Что-то... А? Приехали, блядь. Ебать, не прилетело, конечно. Так, ну что ты их... Нахуй еще? Я бы сказал бы. По старой схеме, да? Альт. Женщина. Идите нахуй. Аиста. Иди нахуй. Другу своему передай. Так, где еще? Не вижу. Ага, вон он. В смысле? Я что, промазал? Блядь, это пиздит, но я его не вижу отсюда. Что-то не хочется бездарно сливаться второй раз? Я вообще думал ни разу не умереть. Но, видимо... Видимо, не судьба. Угу. Ты доля. Я случайно. Слушай, заебись. Блять. Что происходит? Почему он теперь две держит? Да, анимация, но сори, не спасла меня анимация. Сука. Ой, я хуй пойму эту игру, блять. Надо Red 9 искать. Ничего высрать этот Red 9, правильно? Мысли, блядь. Ёбаная бездарность. Бля, умный, сука. Готов. Угу. Че, выходи, я тебя не обижу. Вот сучёна. Так, с динамитами надо что-то делать. Не забывать про спейс.
бездарность, конечно. Погнали. Да сколько вас вообще? Что происходит? Ёбаный Рид. Ага, ебать. Так, мне надо выкурить, где динамитчик ебаный. Он мне что-то прям малину портит. Нет. Ты охуел, дед? Ай, блядь. Я нажимал space. Давай не будем. Я не знаю, как... Да ёбаный рот! Пизда, блядь, я никогда это столько не руинил, а серьезно. Не верил, что ли? Ёбаная бездарность. Я думал, сейчас на скилле, блядь. Оказалось, ебать, нихуя не на скилле. Готов. Ёбаный мусор, блядь. Ну как так можно-то, а? Это как раз-таки был динамичек, да? Так. Молодой человек, вы у нас там еще не спрятали свою голову? Что? Ну я точно должен был попасть. Я попал что ли в перекладинку? Да нихуя не смешная игра. Все? А патроны больше нет. Так, что придумать? Идем сюда. Вообще по-хорошему бы в дом, блядь, зайти в какой-то. Ты не взорвешься там? Бля! О, блядь! Приветики! Бабка, бабка, бабка. Я про нормальных женщин. Опа. Ебать там Вьетнам, блядь. Кто вам столько взрывчатки дал? А, патроны. Я нажал спейс. Да ёбаный Рид! Блять, Лёнь, 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 Лёнь! Пиздец, ну что так тупо, я не буду! Ты чё, бля, охуел? Ты не зажжён меня кинул? Ты чё, педрила? Ебать! Они учат-то нахуй! Он понимал, что я сейчас в него стрельну и просто в меня его кинул! Охуеть! Ты чё, тварина? Да хуя умным! Так, блядь! Так, блядь! Где вы все, нахуй? Да ёбаный рот! А тебе, блядь, по горбу! А сука! Ёбаные фанатики, стой! Стой! Подожди! Нет! Не дуга! Бля! О, Лёнька! Стой, 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 стой! Приветики.
Я мог нажать Space, но я хочу его почему-то отбить. Так, все... так. Оно учится! Нормально. Долго Ленка перезаряжает, вот серьезно. Круто, да? Да. Тут цеглы. А у меня закончились ножи, что ли? Нет. Нахуй ты тогда используешь этот? Или это не боевой нож? Это вроде боевой нож. Ну ладно. Так, главное без динамита. Блять, другу надо было передать. Ебать, да откуда вы? Иди сюда! Блять, не успел. Подустал, да? А не, еще не все. А, шестигранный, блядь. Это как раз кита в дверь, да? Приветики, блядь. Вы опоздали, молодой человек. Все веселье уже закончилось. Давай, давай, спрыгивай, спрыгивай. Приуныл. Ебанись, конечно, эти, блядь, бомбисты, конечно, пизда, подруинили мне стату. Ну, молчай, блядь, молодой, блядь, покажет, как надо играть в игры. Ага, блядь, насосал, блядь, пуще, блядь, стримерш каких-то. Ой-ой. Бля, по патронам, кстати, все неплохо. Маленький ключ. Что за маленький ключ? Куда мне его себе воткнуть? Так, там наверху точно есть лукецкий. О, блядь, приветики нахуй. Бля, они сзади начали спавниться? Да, они сзади начали спавниться. Да что такое? Так, от этих я знаю, что не от этого сам. Так, яичко. А, блин! Ты чё нахуй? Ну ты чё нахуй, блядь? Вот душнилы. Знаешь что? А ты, блядь, прикалываешься, молодой человек, блядь. Ну можно мне больше, блядь, останавливающего действия от путь? Да ёбаный рот. Я хочу рунд 9. Меня заебало это. Используй. У меня нет хила, мне пизда. Я серьезно, я сыграл, ну-ка так, ну может 5 в этот, блядь, мерсенарис. И пизда, как мне это подпортило. В голову стрельнул, сразу подошел. В голову стрельнул, подошел, блядь. Я не могу отделаться теперь от этого. Что, блядь? Он типа меня это потерял, что ли? Тут нет сокровищ? А, он вижу. Ебать его, мотает, слушай. Опа. Забавно. А. Так, это мы выходим.
Мысли, блядь. Мысли, блядь, ты где? А где она нахуй? Брось как. Блять, опять бомбисты. С дороги. Сам себя подорвал, что ли? А, не, она вон она. Да, что-то слышу, тихо как-то стало. Нет, я, блять. Лук передал. Я случайно. Ну да, случайно. Пиздит. Хули вы повылазили, я же закончил с вами. Бесит? Бля, молодой человек? И молодой человек. Ох, нет. Сколько у вас здоровья? Патроны мне дай. Хотя, не, 50, ладно, ладно, ладно. Я почти накопил уже на апдейт. Мне нужно срочно апдейт. Меня это прям триггерит на... Ёбаный. Откуда вы столько, блядь? Женщина, 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 блядь! Знаешь что? Иди-ка сюда, я никуда не пойду, я ебал. Все, пруд и пруд. Да пиздец нахуй! Ну-ка, Ленька, давай прицелимся. Бля, Леонид. Но она выронила его. Она его подымет? А, нет, новую взяла, тварь. Да, блядь, не попадаем. На снайпа, конечно, есть. Но я уже два патрона проебал. Бля, если бы она его подняла, была бы прям заебок. Так. Я просто нихуя его не вижу. До прицела. А, ебаный рот, по руке быстрее. А мне похуй, я буду тратить патроны, я хочу. Есть. Купи шерсть. Ебать. Сюда, блядь. Да откуда он только? О, подходит. О, подходит. У меня есть? Бля, у меня нету красный. Так. В такие случаи секунд отступления. Я думал, ты это, блядь. Ой, если... Христианин, блядь, с вилами. Умри, нахуй. Бля, ну это весело, конечно, пиздец. Так, я все забрал. Давай сейчас патрошки забираем. Смотрим на карту. Может быть, что-то забыли? Бля, а там деньги лежат. Ну да, мы все забрали. Я хочу писеты. А там, подожди, а там можно вообще спрыгнуть? Можно. Блядь. Ну, деньги. Вы сотку увидели бы на земле, вы, блядь, не подобрали бы? Подобрали. Знаю вас, блядь. 400 рублей, блядь. Это тебе, блядь, не в пупе ковырять. Ну, восстановим. А, подожди, какая-то лестница есть. Мы типа потом туда сможем попасть? Или мы сейчас? Ну, вряд ли мы сюда сейчас можем попасть. Она не видно, не видно, чтобы она выдвигалась, она обычная. Ну ладно, сделаем вид. Давай, подожди. Ну да. Сделаем вид, что мы. Пока еще туда не можем. Это что такое? Ладно, не важно. Будем считать, что мы тут закончили. Бездарно, но закончили. Так, а мне продать нечего, да? Уёво.
4 патрона всего лишь осталось. Бля, патроны лежат тоже в обойме, подожди. А нет, я значит нашел, ебать. Я уже не расстроился. Так, мужик. А в принципе и продать-то нечего. Маленький неказистый ключ. Можно использовать только один раз. Куда мне его воткнуть себе? О, чую, ты недавно побывал в бою, друг. Ты хуел, блядь? Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Вот это бы, конечно. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Чё ты экаешь, блядь? Коплю на более дорогое, блядь. Нормально всё. Ты охуел? Вот так? Не так. Блять, как ее повернуть обратно? А, вот так. А, блять! Вот так, наверное, да? Да ебаный рот. Да. Ебать, голландский штурвал. Интересно, ебать, здоровья бы хватило, такую хуйню провернуть так быстро. Одной рукой.